Всем здравствуйте, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас с вами будет распаковка аромата Шалимар. Это уже стало доброй традицией на моем канале. У меня уже есть два видео с распаковкой Шалимар в парфваде и суфль. Сегодня буду распаковывать Eau de Cologne. Шалимар Eau de Cologne, вот такой аромат, я купила на сайте Nutino. Я делала объявление, кстати, у себя на канале, в разделе «Сообщество». Следите, пожалуйста, за этим разделом, иногда там бывает полезная информация для вас. Так вот, на сайте Натина была просто неведанная, в общем-то, щедрость, распродажа ароматов от бренда Guerlain по каким-то, ну, очень бюджетным ценам. И это, конечно, настораживает, но вот меня лично настораживает, а не снимают ли часом какой-то аромат, да, или, может быть, его перепаковывают. Но, надеюсь, это просто мои предубеждения, в общем-то, все в порядке. А почему произошла такая грандиозная распродажа, я не знаю. Скажу вам еще, что я хотела купить также Шалимар Люмьер, но не успела. Я положила его в корзину, Eau de Cologne и Люмьер положила в корзину. И когда уже готова была оформлять заказ, мне сказали, что Люмьер уже кто-то купил. В общем-то, это было очень обидно, хотя я не знакома с ароматом Люмьер, но мне вот почему-то кажется, что мне вот для счастья, для полной моей коллекции шалимаров именно Люмьер еще и не хватает. Не знаю, возможно, когда-то в будущем и куплю. Кстати, что касается Eau de Cologne, я тоже не знаю этого аромата, как он пахнет, но представляю приблизительно. Я думаю, он не сильно отличается от парфюмированной воды, хотя, ну, кто знает. Сейчас это будет первое впечатление, да? Итак, друзья, распаковка аромата. Первое, что бросается в глаза, ну, коробочка синяя, как и у всех, наверное, шалимаров. Но что бросается в глаза именно Eau de Cologne, так это вот такая вот синяя, если вы видите, полоска. Она идет по кругу, вот прям, да? Вот. Все очень хорошо упаковано, заклеено, все в порядке. Я доверяю сайту Натина. Меня, кстати, спрашивали, продают ли там подделки. Я не сталкивалась ни разу. Почему сайт устроил распродажу, я не знаю. Но как бы спасибо за это. Это очень приятно. Вот. Очень многие люди закупились на этом сайте. Также, в общем-то, закупилась и я. Итак, давайте будем распаковывать, друзья. Я всегда следу срываю абы как. Мне все равно. Я никогда особо не заморачиваюсь на этот счет. Очень приятная, конечно, коробочка. Все очень красиво. Ну вот он. Я, кстати, купила в таком старом оформлении. Не новый Eau de Cologne, а именно вот такой. Я взяла закрышку. Ой-ой. Ой, ну это вообще такой классный флакон. Вот он какой-то винтажный, знаете. Очень мне нравится флакон. И крышечка немного другая. Она такая побольше, чем у остальных шалимаров. Здесь у нас, кстати, не наклейка. У всех других моих шалимаров именно наклейка. Здесь выгравирована бачкод и еще какая-то информация. В общем-то, лазером нанесено, насколько я могу судить. Но точно не наклейка. У остальных моих шалимаров обычный скотч. Ну, то есть наклейка. Тоже спрашивали, или это может быть подделка. Это не подделка, друзья. Все идет к удешевлению флаконов. Итак, сейчас будет первое впечатление. Открываем. Такой пульверизатор хороший, посмотрите. По-моему, чуть-чуть пахнет, уже мне пахнет шалимаром. Ну, сейчас посмотрим. О, он очень похож на классический шалимар. Очень, в парф в воде. Этот такой немного резкий в начале. Но, тем не менее, база шалимаровская, он такой облегченная, наверное, версия шалимара. Но, тем не менее, улавливаются кожаные ноты, такие брутальная кожа.
Ваниль и что-то еще. Здесь что-то еще я не знаю, не понимаю. Но отличие есть. Хотя он очень похож с парф водой, тем не менее, отличие есть. Он действительно напоминает одеколон. Да, есть в нем что-то такое свербящее, не могу разгадать. Однозначно он легче по плотности, да, вот если парф-вода, она такая плотная, густая, то это такой разбавленный вариант, и действительно одеколон, вот знаете, как мужские одеколон, не такие резкие. Вот он вначале очень такой резкий, но вот одеколонистый, но усаживается, вот усаживается. Я думаю, можно знакомиться, начинать свое знакомство с одеколоном или вот таким, или уже в новой упаковке. Наверное, он не так сильно вас испугает, потому что, ну вот, вначале он резкий, и уже сейчас он стал очень-очень мягкий и достаточно тихий. Не знаю, как он будет по стойкости, как будет там по шлейфу. Судя по тому, что это Eau de Cologne, стойкость наверняка часа три, наверное, будет. Ну, это мои предположения, так-то? Разбавленный. Это очень разбавленный шалимар. В общем, какое ощущение, что разбавили парфоводу. Вот. Здесь есть еще что-то в нотах, что отличает его, немного отличает его от классического шалимара, но я пока не могу понять, что именно. В общем-то, друзья, вот такой классный аромат у меня появился. Не знаю, вот мне что-то захотелось пополнить свою коллекцию шалимаров. Я люблю шалимары. Это такой немного облегченный. Возможно, нотка цитруса здесь такая яркая, что придает ему вот эту одеколонистый такой оттенок. Ну, не знаю, это всего лишь первые впечатления. Аромату надо постоять, отдохнуть, мне надо с ним походить, и тогда я сложу какое-то определенное мнение об этом парфюме. На всем с вами попрощаюсь и обязательно напишите мне, что вы купили на сайте Нутино, что вам удалось ухватить по скидке от Герлен. Я хотела много чего, но, к сожалению, то, что я хотела, забрали. Вот, ну вот, шалимарчик мне удалось купить. Все, всем спасибо, будьте здоровы, всем пока.